Друзья, добрый день! Рады вас приветствовать в нашем новом магазине по адресу Новосибирск, Ватутина, 12. Сегодня мы с вами сделаем обзор на польскую коляску для детей с ДЦП Ulysses, размер 2А, производство AccessMed. Вот такая коляска, по сути, в стандартной комплектации. Эта коляска рассчитана для крупных деток, для подростков. Сейчас мы вам покажем эти габариты этой коляски, чтобы вы понимали. Так. 64 сантиметра. Длина, если взять от подножки, то 90 сантиметров. Значит, у этой коляски есть удлинитель спинки, который снимается. При необходимости, если ребенок невысокого роста, то можно использовать без него. То есть подголовник устанавливается вот сюда. А ремни можно установить пониже. Вот видите, сколько отверстий, столько и вариантов для установки. Ну, поскольку начиная с размера 2А идет вот такое увеличение спинки, мы покажем, какая высота получается. Вот видите, порядка 77 сантиметров. Это высота спинки. Ширина сиденья составляет 40 сантиметров. Глубина сиденья составляет 40 сантиметров. И длина нашей подножки в максимальном положении тоже составит практически 40 сантиметров. Но она уменьшается. Порядка на 10-15 сантиметров можно сделать ее меньше. Что здесь в этой коляске есть по функционалу? Значит, спинка. Ну, обратите внимание, что она сзади вся прошита ремнями. То есть ремни нужны для чего? Чтобы спинка не провисала. При необходимости их можно сюда подтянуть. Вот таким образом. Есть вот такой ремень, который просто облегчает установку спинки в нижнее положение. Нажимаем на ремень и опускаем ее в нужное положение. Видите, несколько положений здесь есть. И вплоть до положения лежа. Передняя ручка барьерка снимается. У нее, кстати, здесь три положения. То есть ее можно поставить как чуточку выше, так и чуточку ниже. Если надо снять, соответственно, мы ее снимаем. Подножка, она у нас регулируется как по длине, так и по углу. Как видите, положение практически положение лежа. Положение лежа вы можете не переживать, что коляска не будет опрокидываться назад. Она не склонна к опрокидыванию. Мой рост составляет 172 сантиметра. Ну, я сейчас попытаюсь продемонстрировать, что даже я со своим ростом могу разместиться в этой коляске. Она мне будет мала по ширине, поскольку вес составляет 85 килограмм. Но разместиться в ней, тем не менее, я смогу. Видите, полностью подголовник в нужном положении. Длины подножки достаточно, не хватает только ширины. Грузоподъемность такой коляски составляет 50 килограмм. Вот, рассчитана на рост примерно до 170-165 точно. То есть я даже, вот видите, со своим ростом и то разместился. Вот. Ну и покажем вам сейчас, как эта коляска складывается. Для того, чтобы сложить эту коляску, ну, ручку мы сняли уже. Необходимо будет либо полностью снять, либо хотя бы убрать вот эти вот боковые
защитные ограждения. Они защищают от, ну, собственно говоря, от рамы, от соприкосновения с рамой. Еще не показал, что здесь, соответственно, удобный тормоз, когда надо затормозить. И ручка. Ручка у нас тоже для сопровождающего регулируется в самых разных положениях. Можно даже вот такой вот за эту ручку браться и толкать. Здесь положение очень много. Складывание. Лучше всего приподнять подножку вверх, спинку сразу же опустить вперед и на себя подтягиваем вот эти вот рычажки, опускаем. Вот такое положение. И здесь вот обратите внимание, вот сюда вот она заходит, и она здесь в принципе фиксирует. Можно даже приподнять за ручку. Вот такое положение в коляске в сложенном виде. Рада вас видеть в нашем магазине. Обращайтесь, поможем вам с выбором инвалидных колясок. Спасибо.